приехали на остров. У нас еще тут зима. Везде весна уже, а у нас еще зима. Бонечка, у нас для Бони есть большой сюрприз. Да. Она это любит больше, чем всякие мячики. Да, вот это Боня любит больше всяких мячиков, игрушек. Бонечка, ты даже не видела, что мы для тебя нашли. Вот оно счастье. Ух ты! Вот это бутылка, да? Ее-то не возьмешь. Боня! 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 Ну-ка вылези оттуда! Все. Заморалась! Блин, надо снегом чистить. Все, грязный комбинезон. Нет, нет, нет! Вот оно счастье, да? Это может длиться вечно. На дорогу бежит. Там птичка какая-то кричит очень красиво. У нас есть видео, одно из первых, как мы в том году гуляли по этому острову с детьми. Чистит Боньку. Сегодня 2 марта. У нас еще дорога по льду открыта через Амур. И вот мы по Амуру сюда приехали. На праздники здесь очень много народу всегда зимой. Шашлычки жарят люди. А сейчас рабочий день, никого нет. Она и хочет уцепиться за нее, да. Поэтому она и бегает. Сейчас. Сейчас она ее придавит. Ей важно укусить ее, да. Чтоб она сдулась. Все, застрял. О, смотри, смотри, что делает. Цепляется. Она уже устала. Ты уже устала, бросай. Устала. Ушла в кадр. Ушла. Она головой толкает бутылку специально. Да все, успокойся. Во-во-во, берет ее, видишь? Все, нашла она у нее место слабое, куда можно взять зубами. А Боня бутылку не бросает, она уже устала, бедная. Папа решил ее понести, помочь.
Тихо. Деревья поваленные, да? Пилят уже со своими этими. Пускали, листья делают. А, пилят деревья. Люди бессовестные. Устала Бонька. Ой, такое дерево странное, да? Красиво, как в лесу. Тихо. Воздух такой. Все равно еще зимний, да? Вот это, да. Вот все, что осталось от бутылки. Вот такие дырки со всех сторон. Все. Все, праздник окончен. Да.